Что такое триединство человека? В чем его суть, роль и важность для каждого из нас? Что происходит с людьми, когда триединство разлаживается, распадается? Когда одна из составных частей выпячивается, выходя из общего лада? Чем это чревато? В таком случае человека ждет масса вполне предсказуемых неприятностей, начиная от бытовых неурядиц, заканчивая болезнями разных видов с разными исходами. И чем дольше человек находится в состоянии разлада триединства, тем сложнее из него вырваться. Тем хуже будет жизнь самого человека, его близкого окружения и общества в целом. Люди, не интересующиеся подобными вопросами, возникшие проблемы будут решать при помощи антидепрессантов, таблеток, психологов, врачей или наркологов. А вот для здравомыслящих людей решение подобных проблем начинается через осознание сути происходящего, через труд над собой. На первый взгляд, такой путь более тернист и долог по сравнению с вариантом таблеток и врачей. Но это только на первый, поверхностный взгляд простого обывателя, приученного прибегать к упрощенной схеме решения возникших неприятностей. Ибо ни один из цивилизационных способов не способен полностью разрешить накатывающиеся как ком проблемы, которые таятся в рассогласовании и разладе триединства человека. Так что же такое триединство человека? В чем его суть, роль и важность для каждого из нас? С этим мы будем разбираться на нашем практическом семинаре «Управление судьбой». Регистрируйтесь на семинар и меняйте свою жизнь к лучшему. Быть добром.